Снимаешь, что ли? Это снова Саша Мёд, сколько лет спустя, я уже даже не знаю. И Саша Мёд по-прежнему палит жестко и выкладывает все, блядь, в интернет. Здесь сегодня очень приятно. Где все твои остальные? Не знаю, там. Заходит, нормально. Как тебе? Большие дела встают на весы. Кто-то остался на той стороне. Бледное лицо запачкал летающий снег. Он поднимается из самых низов. Мистер Кэш повсюду, но никто не знает его в лицо. Без напрягов делай это легко. Твой рэп на самой вершине, но ты все равно не сможешь быть мной. Паранормальный контакт, ты святого пей. Слышишь мой голос не из колонок, он уже внутри. Это страсть, и это больше, чем жизнь. Это больше, чем боль. Как дыхание, бесконтрольно. Мои желания часто опасны, но я не сожалею об этом нисколько. Смоки Мо, не пытайся быть мной, не погиб. Пегери Горилла, не пытайся быть мной. Пегери Горилла, Смоки Мо, мистер Кэш, вот он. Окей, Пегери, молодцы. Теперь ты знаешь его в лицо. Почищи левое, правое яйцо. Трясем своим жалким кэшем, блядь. Еще в другом кармане есть небольшой пресс. Специально для Саши Мёда. Его репортажи всегда были самыми оригинальными. Он следит за нами, следит и собирает компромат. Постоянно занимается этим. Но респект, все равно респект. Давай респект Горилле ему. Горилла в это время занимается самопромоушеном. Все рэперы русские бедные, поэтому приходится думать, как же себя продвинуть. Я надеюсь, что когда-нибудь я получу тоже такой свой голос. Я тоже надеюсь. Это из Украины. Мы знаем, что мы очень давно не связаны.
поймет наше выступление на ukv.ru. Смотрите именно с него. Саша! Я знаю этого Мэтта давно, и вот наконец-то у него вышел сольник. Это не реклама, это от чистой души. Леон, я послушаю это. Реально мы поздравляем его с тем, что это первый диск в его карьере, это всегда важно. Парки отлично выступили, я считаю, ну, по крайней мере, неплохо. Организаторы предложили нам сегодня здесь выступить в Б1 с той же программой. Но наша сборная вчера победила сборную Голландии, это очень круто. И Антон сорвал голос, радуясь на улицах столицы этому событию. Поэтому сегодня мы выступать не будем. А тут отличный звук, очень хотелось бы здесь тоже выступить, в принципе. Но, тем не менее, всех болельщиков, всех соотечественников поздравляю с победой нашей сборной и с тем, что в нашей стране третий раз проходит это крутое мероприятие. Я действительно считаю, что это крутое мероприятие, лучшее на данный момент в стране. Всем привет! Пьяные, бодрые.